Но... Уважаемые дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать в конференц-зал отеля «Введенский», где Лига NCAA представляет вам церемонию официального взвешивания и дуэль взглядов 120-го международного турнира по смешанным единоборствам NCAA Санкт-Петербург! С главными боями за титул чемпиона NCAA в легчайшем и полулегком весах. Жубилею против Бибулатова и Фроис против Хасбулаева. Дамы и господа, приветствуем в нашем зале президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Фисмурадов. А на сцену добро пожаловать президент лиги NCAA Алексей Яценко и вице-президент NCAA Асланбек Батаев. Итак, мы начинаем с участников предварительных поединков, первый из которых — бой в легком весе. И первым на весы добро пожаловать боец из Бразилии. Встречайте, Денис Силва!
А вот и его соперник из России, Муслим Магомедов. Девяносто три, 450. Леонардо Силва против Муслима Магомедова. Мы продолжаем и представляем вам следующую пару бойцов. Поединка в полулегкой весовой категории. Первым добро пожаловать представитель Махачкалы Ислам Омаров. Шестьдесят пять, 950. А вот его соперник из Нальчика. Встречайте, Биберт Тумернов. Шестьдесят шесть, 150. Ислам Омаров против Биберта Туменова. Следующий бой – полулегкая весовая категория. И первым добро пожаловать представитель Азербайджана Турал Ракимов. Шестьдесят шесть, 50. А вот его соперник из Республики Беларусь, Апти Бимбарсаев. Шестьдесят шесть, 300. Турал Рагимов против Апти Бимарсаева. Уважаемые дамы и господа, Лига ACA представляет вам церемонию взвешивания и дуэль взглядов участников основного карда, первый из которых бой в легком весе. И первым на весы добро пожаловать боец из Нальчика. Встречайте, Мухаммед!
70, 300. А вот его соперник из Махачкалы, Рашид Магомедов. Семьдесят, 350. И нас ждет дуэль взглядов. Мохаммед Коков против Рашида Магомедова. Следующая пара бойцов основного карда участников боя в тяжелом весе. И добро пожаловать на весы, представитель Эстонии Денис Смолторец! Сто 14 450. А вот его соперник из России по прозвищу Губенский танк Салим Кирей Расулов. Сто 20 450. Денис Смолторев против Салим Кирея Расулова. Следующий бой пройдет в полулегкой весовой категории. И первым на весы добро пожаловать представитель Бразилии. Встречайте, Диего Брантау! Шестьдесят пять, 750. А вот его соперник из России. Встречайте, Салман Слай Шамалтаев. Шестьдесят шесть, 200. Диего Брантау против Салмана Шамалтаева. Дамы и господа, Лига Эсей представляет вам церемонию взвешивания дуэль взглядов участников со главного события завтрашнего вечера. Поединка за титул чемпиона ACA в полулегком весе.
И первым добро пожаловать на весы представитель России по прозвищу Фродо Магомед Расул Хасболфаев! L'amore umano è solo tanto fatto di carne, spinto in un mondo finto, dove la scienza regna, il cuore batte ma il pensiero è scivolato. 65-950! А вот и его соперник из Бразилии, бывший чемпион Азии в полулегком весе, Фелипе Фройес! Это превышение лимита весовой категории. И при победном исходе для Фройеса поединки он не завоевывает пояс чемпиона, так как превысил лимит весовой категории. Вот они, Магомед Расул Хасбулаев против Филиппа Фройеса! Бой за титул чемпиона мира ACA в полулегком весе! И наступил момент, который вы все так долго ждали. Лига ACA представляет вам церемонию взвешивания и дуэль взглядов участников главного события завтрашнего вечера. Поединка за пояс чемпиона ACA в легчайшем весе. И первым добро пожаловать претенденты из России. Встречайте, Магомед Бибулатов! С профессиональным рекордом в 17 побед, 2 поражения. Из Грозного, Россия, Магомед Бибулатов. 61-500. А вот и он. Действующий чемпион ACA в легчайшем весе из Бразилии. Тэмми Дэниел Шубилео Оливейра де Алмейда! С профессиональным рекордом 28 побед, 6 поражений при одной ничьей. Итак, вот они, претендент и действующий чемпион. Дуэль взглядов! Магомед Бибулатов против Тенера Чубилу! Участники главного боя вечера. Итак, уважаемые дамы и господа, церемония взвешивания подошла к концу. И завтра в 18:00 в Сибур-арене ACA 120 будет жарко! Не пропустите!